Через Центр занятости населения государство реализует программу поддержки начинающих предпринимателей в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения». Программа действует в регионе уже более 10 лет. И даже в период пандемии открыть свой бизнес может каждый. В Бердске, к примеру, год назад открылась вокальная студия и уже вышла на прибыль. Но в душе великаны, мы все великаны, большая семья. Финансовую помощь на организацию предпринимательской деятельности можно получить в любое время. Необходимо подготовить пакет документов, список которых можно уточнить по номеру горячей линии. Также специалисты помогут отредактировать бизнес-план. Есть несколько направлений поддержки. Это и консультационная помощь экспертов налоговой службы, центра моего бизнеса и многих-многих других, и предпринимателей в том числе, для того, чтобы проекты реализовывались и приносили ту эффективность, ради которой они, собственно, и начинают реализовываться. Конечно, немаловажным здесь является и финансовая поддержка. Финансовая поддержка предоставляется за счет областного бюджета в соответствии с государственной программой содействия занятости населения и в соответствии с социальными контрактами, которые заключают люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, для того, чтобы из этой ситуации выйти. Специалисты утверждают, основное для открытия своего бизнеса – это оригинальная идея и определение сферы деятельности. Приоритетными, к примеру, считаются отрасли общепита, медицина и наукоемкие технологии. И если государственной комиссии понравится ваш бизнес-план, вы предприниматель. Также государство компенсирует затраты на оформление определенных документов и даже на выплату заработной платы нанятым сотрудникам. На поддержку будущих предпринимателей в регионе заложено 29,5 миллионов рублей и еще 250 миллионов по федеральной линии для тех, кто заключил социальный контракт. В прогнозах порядка 1500 жителей нашей области откроют свой бизнес уже в текущем 2021 году.